Пози Боб. What the fuck? Я посмотрел, офигел и ушел. Привет, меня зовут Пози, и со мной сегодня полковник, мистер Большие Яйца, Бустер! Ну там еще большой... Большая колбаска. В общем, сегодня мы вместе с Бустером будем выбирать двух победителей. Челлендж среди подписчиков. Задача подписчиков — построить карту в виде головы Бустера, а также построить карту в виде моей головы. У кого лучше получится, тот и побеждает. Призовой фонд сегодняшнего дня 4000 гемасов. Ребят, 20 тысяч рублей. Перед началом этого ролика поставьте лайкос. Давайте попробуем с вами собрать 100 тысяч лайков. Два победителя, 4 тысячи гемов, две карты. Голова Бустера, голова Пози. Победители получают все, а проигравшие получают яйца страуса. Нормально? Ну или мои яйца, можно. Вареные, вареные. Слушай, я не знаю, что будет дальше, но вот то, что я вот сейчас вижу вот именно. Да, это очень круто. Это голова Пози. Слушай, на этой карте... У меня не запустилось, или так и должно быть? А, так и должно быть, да. А, все, понял. А то я переживаю, думал, вы там уже рубитесь. Ребят, это параллельно еще видос, учу нуба играть в Brawl Stars. Твоя оценочка первой карте. Это моя аватарка с канала IQ. Честно, я вообще не знал, что можно свои карты создать в Brawl Stars. Ну это круто, да? Я в небольшом, так сказать, в литературном ма... Ну, в общем, поехали! А у нас есть цель выиграть, брат? Или мы просто для души играем? Слушай, мы просто сейчас никого не убиваем, никого не трогай, тимся, вращайся вокруг себя, это очень важно, иначе все начнут друг друга убивать. А я улетел, телепорт. А, зачем ты в телепорт-то прыгнул? Я тэпнулся, все нормально. Ты живой? Да-да-да. А ты где вообще, за кого ты играешь? Новый пончик бежит, я за птицу. За птицу? Я тебя не вижу. Стоп, ты телепортировался, но тебя здесь нет. Да-да-да. Ладно, давай я стану в портал. Ну-ка, хоба, я телепортировался. Где ты? Вот-вот я. Где? Я не понимаю. Вот-вот, рядом с пуком, пук. С каким пуком? Я вижу только динамайка. Крайний пук. Как тебе эта карта? О, вот он ты, здорово. Да-да-да. А почему вы все играете за шарфов? Ну, потому что это типа новый бравлер, за него прикольно играть. Ты можешь атаковать и хилиться одновременно. Смотри, короче, чувак. А я могу их размотать сейчас всех? Давай на счет три. Раз, два, три. Давай! Опа, упрыгиваем! Ты убил! Убил! Давай дальше! На-на-на! Ой, это я! Не убивай меня! Держимся вместе! Кирся! Давай, стреляй по нему! Тебя убили! Ты серьезно? Чё ты не атаковал? А я атаковал? А чё он такой сильный? Ты его не атаковал! Ты даже один раз не выстрелил! А он ближний персонаж или дальний? Он ближник. О май гад! Так, я убил его! Я отомстил, брат! Я отомстил! Нет! Я против Леона сейчас буду играть! Чувак, он невидимый! Я... Не говори, я самый настоящий профи. Чемпион мира по Бравл Старсу. Я затащил. А почему мы сразу не стали драться? Я не знаю, мы просто осматривали карту. Но, короче, у этой карты есть один минус. На ней мало игрового пространства. Она сделана очень круто. Она сделана очень круто в рамках арт-объекта. Но, блин, я не знаю. Брат, подписываюсь под каждым твоим словом. Знаешь, что я думаю? Я думаю, что если бы они добавили ящиков, банок на эту карту, да, чтобы можно было подкачаться, так сказать, быть горой мышц, было бы очень круто. А так, просто красивый арт. Красивый рисунок. Ну, рисунок реально очень красиво смотрится. Так, ну чё, идем дальше, да? Давай, да, да, да. О, Бустер, твоя карта! Так, ну чё, давай, оценочка. Ух, ебать, такой, слышь, красиво, да, понял, так, типа, с искусством, как будто Дисней, типа, шаришь мультики. О май гад! То есть, это, если у тебя реализм был, понял, но тут места больше сразу, и очки водные такие. Ты сейчас серьезно или ты рофлишь? Не, мне нравится, это говно, что ли, типа, считает? Ну, блин, я не знаю, чувак, ну, смотри, тут очки, нос из кактусов. Какая-то миниатюрная карта. У чувака было 2 часа построить карту. Что за думка? Есть такая какая-то прикольная. Ладно, ну, задумка прикольная. Тут как бы можно телепортироваться. Смотри, это прищики такие, знаешь, желтенькие. Давай теперь разберемся на ней. Давай, давай, разберемся. Кого ты взял из бравлеров? Полегче, полегче. Вау! Я появился возле банок, чувак. Здесь очень много банок. Меня сразу какой-то сбивает. Вращайся, чувак, вращайся. Так тебя они не убьют. Брат, помоги мне. Чего тебя там? Стой, унижай меня, какой-то бомбер унижает люто. Стоп, ты где? Я в углу, меня зажал около пукиша. Стоп, а где именно? А, вот, я вижу бомбера. Я иду, уворачивайся. Я пытаюсь на него. Его убили, все, замечательно. Капец, агрессивный, я обосрался. У меня как зажал вообще, он просто меня унижал конкретно. Воу-воу-воу-воу. А, пчела. Я убил пчелу, все нормально. У чувака 12 банок, о май гад. Че, если меня-то долбит? Я не знаю, ну потому что ты бустер. А где взять, слышь, где взять тоже эти банки? Банки? А все, их уже все собрали, поздно. Я полетел. Оба, здорово. О, здорово, здорово.
Ну, короче, смотри, это твой нос, это твои глаза, тут твой лоб немного поломали, заметил, да? Слушай, тут повязка, смотри, в виде костей. Было повязкой, но теперь это просто кости. Не, мне кажется, это и есть повязка, это значок Найка, смотри, это гениальная идея. Это Найк? А я вначале не понял, что это Найк. У тебя повязка Найк? Да, у меня повязка Найк. Сейчас не Найк, конечно, потому что она стирки. Давай побадримся один на один. Давай, раз на раз, выходим. Я не успел! О, успел! Ты слишком неожиданно сказал, я не был готов, у меня кулаки были еще, так сказать, не в перчатках. О май гад, о май гад, мне страшно, чувак! А, телепорт не работает! Прячься за кактусами. Опа! О, мы друг друга убили! Чё? Какое у тебя место? Как? Второе. Фак! Он меня на долю секунды раньше убил. Это знаешь, это вечный вопрос, который меня мучил. А что будет, если файтинги одновременно друг друга убить? Пози Роблокс. Что это? Лайк, подписка. Это типа я... Стоп! А почему у меня на пузе Найк? Почему я такой пузатый? Вот это вопрос. О май гад! Смотри, что у меня между ног? Не, вот и я тоже. Что это за бутылка? Это бутылка! Что? Меня посадили на бутылку, чувак. Это нормально вообще? Это очень интересно, слушай. Мне эта работа пока больше всех нравится. Самая креативная, слушай, она с юморком конкретно. Я вначале не понял, что это за бобровый хвост. Слушай, ну первая карта пока что мне больше всего понравилась. Ну первая карта, слушай, она самая детализированная. Детализированная, именно, знаешь, постарался. Ну подожди, это если смотреть сверху. А если именно играть, то... Играть, то она не играбельная, конечно. Да, она не играбельная. Ну вот смотри. Видишь, как минимум есть спауны сразу. Мы тоже, слышишь, пристал, я бомбил. Нет, чувак, здесь столько банок! У меня уже 7 штук! Здесь их штук 20, наверное, в одном месте! Покажи, где. Ну все, мы забрал? Уже собрали все 9, да. Офигеть! О, здорово, я тебя вижу. Здорово, сейчас, подожди, так. Я разберусь с дедом. Давай, тебе помочь! Стой! Тебя сейчас убьют! Это жесть, ну! Я понял, тебя, короче, убили, да? Жестко зажали со всех сторон, да? За что? За что так с бустером? Я не понимаю. Возможно, я сам чуть-чуть агрессивно, конечно, начал кулаками работать. Да. Извини, мне нужна хилка! Меня убили. Слушай, ну карта прикольная, а то, что темное время суток, это, ну, рандомно или это карта такая? Не-не-не, это он выбрал такую карту. Типа, можно светлую карту сделать, можно темную. Давай еще разок сыграем на ней. Блин, а почему? Почему он так сделал? Почему он бутылку мне заспавнил? Что я сделал плохого? Я не понимаю. Тут знаешь, сколько вот этих, как ты их... Банок, да. Я не могу одну сломать, потому что у меня урон маленький за Леона. Так, ну, объективно. Много коробок, мало игрового пространства. Первая карта была немного получше. Зато здесь банки в одном месте спавнятся, это прикольно. Да, ну слушай, но... Если брать... Блин, меня убили. Я тебя убил. Ты мстительный, я вижу, да? Чувака, с 14 банками вали. Чувака, ой, все, тебе конец. Ну тут без шансов как бы. Ууу, слава бустер. Ну чё, как тебе? Тоже, слышь, надо сейчас сдельфинивать. Смотри, он палец вверх показывает. Очень-очень хороший. Прям вообще высший пилотаж. Красавчик, брат, ты тупо лучше, реально. Слушай, а тело такое маленькое, заметил? Слушай, но ты должен понимать, тело маленькое, а то, что реально большое, просто не вместилось. А, ну да, кстати, он ноги так обрезал, так сказать. Да, ну там, по сути, не ноги. Ноги-то у меня не особо большие, а вот кое-что там промеж ног, бубенчики, они лютые. Слушай, ну бандана, волосы, тут много игрового пространства. Прикольно, Найк, смотри, как он Найк сделал. Ты заметил или нет, то, что бочки стоят? Да, бочечки. Вот теперь мы точно берем топ-1. Оставимся вдвоем. О, тут, слушай, тут волосы, которые, по-моему, толкают тебя, или как они, трамплины. Толкают? Ну да, батуты. Чуваки разносят твое туловище. Дай бог им здоровья, мне вообще все равно, что они там делают, лишь бы меня не трогали. Да, блядь, тебя убили! Я сразу первого просто! Ну, слушай, haters gonna hate, как говорится, да? Да ты красиво сказал, до слез. Я затимился, все, отлично. Туловище разрушили, сейчас будем выбивать тебе зубы. Зубы не трогайте, пацаны, у меня и так выпадают. О, он запрыгнул, смотри. Зубы не трогай! В ротовой полости чувак бегает. Это традиция, понимаешь? Последний зуб, добей мне зуб мудрости. Вообще, не, никак, я застрял у тебя в губах. Это тоже прикольно звучит. Ну, как тебе карта? Эта карта была немного получше, чем первая, да? Эта карта прикольная, это я лайку себе ставлю конкретно. Ладно, go next. Мне понравилось, как детализировано все. А, так, еще одна твоя карта. Я просто хочу, чтобы ты это видел. Что, какая-то жидкость, пюре, типа какая-то жижа, я не знаю, что это такое. Я знаешь, как будто слизняк из Ghostbusters.
О май гад, о май гад. Ну слушай, это очень странно, но возможно и это из-за этого интереса, но это лютая такая тема вообще. Ну ты как-то немного поднабрал, так сказать, несколько сотен лишних килограмм. Ну я чуть-чуть, да, я говорю, расплющил, я знаешь, я как харча просто, знаешь, плевок типа. Сейчас посмотрим, как она с играбельной стороны, эта карта. Ну смотри, здесь достаточно много кустов, здесь можно спрятаться в этой руке. Что у тебя с пальцами, боже мой, какой ужас. Я сейчас нахожусь в районе левой руки. А я в лайке, а я в лайке. Давай в центре встретимся. Я сейчас в области, так сказать, своих нижних конечностей. Это там где-то в районе кактусов, да? Да, тут очень мало места, тут очень большие объекты. Тебя убили? Конечно, опять девятым. Меня просто два кента затимили, шарфами задушили, блин. О, смотри, у тебя тут батутик установленный. Не знаю, может, его кто-то специально здесь установил? У тебя есть какая-нибудь родинка на щеке? Еще, давай, давай. А, ладно, меня убили. Не, родинки на щеке нет. У меня, знаешь, у меня в одном ролике была такая капля коричневая на щеке, но это была не родинка. Слушай, ну, я даже не знаю, что тут сказать. Давай дальше. Честно скажу, вот смотри, я тебя пригласил, и работы, которые я в прошлый раз давал своим подписчикам, были в 1000 раз круче, чем сейчас. Почему-то вот тебе попадаются именно такие работы, я не понимаю. Ну, даже не знаю. А ты хочешь сказать, это были работы реально, которые в 1000 раз лучше были? Ну вот первая работа тебе понравилась? Да, первая работа понравилась, очень, очень хорошая. Слушай, брови большие, нос большой, как у Зелебобы. Зубы, как у 69-то, я даже не знаю. Ну, давай сыграем, давай сыграем. Не, ну первая работа в плане детализации пока самая бешеная. Да, самая топовая. Так, окей, окей, я пытаюсь добраться до височной области. Сейчас я запрыгну к себе в глаз. Я у тебя по голове бегу, слушай. Ты уже в голове, либо на голове? Да, я тараканы в твоей голове сейчас. Нифига себе, я себе, короче, синяк поставил. О, я тебя вижу. Здорово. Стой, стой, стой. Не двигайся. Где не ты, двигайся. Где смотри, через ящик. Подойди к ящику. О-о-о. Здорово. Я проверил, я знал, что это было. Получится. Ну, тут телепорты все у меня в зубах находятся. Забавно. Смотри, я могу с одного зуба в другой зуб телепортироваться. Слушай, вопрос странный, а как тебе в рот попасть? Ну, накопи ульту и пробей с помощью ульты. На меня напал вольт вообще очень агрессивный. Все, нормально. Все, мы все тимимся. Смотри, мы вот чисто. Да ты. Я не понял, это что? Ладно, не знаю, я скипну, пожалуй, эту карту. Пока что первая работа просто лидирует, честно. О, прилетела. На мартышку мне еще, знаешь, напоминает. На мартышку в наушниках. А у тебя бороды же нет. Откуда здесь борода? Ну как борода, если это можно бородой назвать, знаешь. А это все из твоего клана, пацаны? Да, все из моего клана. Я думаю, что они такие жесткие. Вообще жесть, я думал, сейчас буду рубить, как на своих кубках. Сколько у тебя, 5000, да? 5000, да, пока. Ну, ну... будем расти, развиваться. Знаешь, когда-то я был таким же профессионалом, у меня даже когда-то был ученик. Все, знаешь, все начинали, значит, нельзя перешагнуть 5000, согласись. Там чувак просто в наглую убивает. Так, я обращаюсь. Мы с ним в тиме. О, вижу тебя. Че, убьешь его? Убьешь его? Да! А, сейчас ты меня завалишь, да? Не-не-не-не. Ладно, пробивай с помощью ульты проход у себя в наушниках. Давай, давай, давай! Залетайте в рот, полетели. Все, мы внутри. А теперь я Стивом рублю, Стивом. Давай, 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 давай. Я его почти убил! Нет! Давай, 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 давай! Я лоу! Меня подорвали! Жесть! Это не так работает, тебе нужно было чуть-чуть подстрелиться. Я понял это, когда я у него резал, слушай, что это не так работает. Я думал, что это ХП снимает. Блин, чувак, у меня уже голос сел, честно скажу. Ну, как тебе карта? Блин, она, если честно, не очень детализированная. Ну, не очень, да. Окей, идем дальше. Нифига у меня на Сяндера, смотри. За яйцо сверху. Чисто, чисто такой, знаешь, кабачок. Это, конечно, странно, когда у тебя перед носом яйцо висит просто. Это типа картина недорисованная. Сердечко, гем и какое-то яйцо непонятное. Слушай, может быть, тут не надо искать никакого второго, знаешь, подтекста. Может, просто реально яйцо и все. А, кстати, помнишь, у тебя на карте туловище было обрезано, а тут яйцо свисает сверху. О-о-о, гениально. Оу, щит. Так, не убивайте, не убивайте меня, не убивайте. Со мной бегает тип, он мне прям не нравится. Да, что ты делаешь? Зачем? Меня убили самым первым, найс. Ну, хоть, слышь, хоть в этот раз не я. Слушай, карта в целом неплохая. Я бы ее поставил на второе место. Она не играбельная. Посмотри, там видишь телепорты сверху. Ну да, да. И тем более зона находится достаточно близко, ну, к голове, и как бы, ну, негде попрятаться. Go next. Ози Боб. What the fuck? Я посмотрел, офигел и ушел. Бустер! Оу! Чувак, это лучшая работа! Просто лучшая работа твоя, да! Вот это мартышка, блять. Вот это прям один в один, слышишь? Слушай, ну это же круто. Это очень хорошая работа. Такой пятачок лютый, губы здоровые, как у меня прям. Очки есть, брови, да. Очки, очки прикольно, брови прикольно. Мне кажется, это пока что лучшая работа среди тех карт, что тебе показывали. Не хватает повязки Nike. И не хватает длинных волос. Ты тут, знаешь, такой прям подстриженный коротко. Да, да, да. Я тут, знаешь, я тут как Дрейк. Сейчас посмотрим, как она играется. Даже интересно пробежаться. Слушай, ну внутрь мы не попадем, это арт-объект. Но! Банки, банки, банки. О, банки. Слушай,
прикольно, разные спауны, банки, нормально. Я заспавнился с другим Эдгаром, и мы с ним уже закорешились. А ты веришь, что мы внутрь не попадем? Ну, только с помощью прыжка какого-нибудь. Карта просто нереально огромная, и тут зона, знаешь, она прям возле наушников находится, типа, мы только пробежали аккуратненько. Ну, это просто такой, знаешь, арт-объект. Ну, давай мы до тебя бежим, тебя убили, понятно, да? Понятно, конечно, меня просто... Меня Дмитрий просто... Прошу прощения за дельфинич. Не удержался. О, ладно, меня тоже убили. Но я занял 5-е место, а не 10-е. Блин, ну мне, конечно, иначе не понравилось, что не получилось во рту побегать. Это важно, да? Это важно в игре. Такая пачка, ее надо исследовать, знаешь, прям лютая. Тяжело смотреть на губы, которые ты не можешь поцеловать. Конечно, в которых ты не можешь побывать, так сказать, поэтому... Окей, чуваки, настало время подвести итоги. Первая карта, первый победитель, карта Пози. Победитель получает 2000 гемосов! Вторая карта. Бустер, называй номер карты. С номером будут проблемки. Скажи, как выглядела эта карта, которая тебе больше всего понравилась, и победитель получит 2000 гемасов. Вот так, этот лайк, такой палец дербил. А, я понял. Короче, лайк и батуты с батутами. Да, где батуты, башки были там. Все, окей. Второй победитель. Карта под номером. Я забыл, но вот так вот она выглядит. Карта под номером просто. Да, карта под номером с батутами в башке. Получает победитель 2000 гемов! Не, чувак, я так больше кричать не буду в ближайшие 2 недели. Ну что ж, чуваки, на этом наш ролик подходит к концу. Огромное вам спасибо, что вы его посмотрели. Обязательно поставьте лайк под этим видео. Давайте попробуем собрать. Сколько мы собираем лайков? Давай, Бустер, говори. Брат, ну мне кажется, давай 200 тысяч. 200 тысяч? 200 тысяч, брат, ты не ослышался. 200 тысяч лайков под этим видео. И выходит следующая часть, где будет еще больше донат. И я вообще там сделаю 15 тысяч гемов. Зря я это сказал, конечно. 15 тысяч гемов, подожди, это в 2 раза сколько? Это очень много. Это очень мощно. И не забывайте подписываться на канал Славы Бустера. Ссылка будет в описании. Подписывайтесь на мой канал. И 10 миллионов не предел. Я колокольчик ставить тебе, братан? Колокольчик? Ну, кстати, да, по поводу колокольчика. Вот, нужно поставить колокольчик под этим видео. Обязательно. Увидимся с вами в следующих видео. Адьос. Пока!